День правильной карьеры прошел в Нижнем Новгороде. Представители многих организаций и предприятий представили свои вакансии на площадке торгово-промышленной палаты. Здесь мы преследуем две цели. Во-первых, это дать возможность студентам подработать или устроиться на работу к нам по разным направлениям, в зависимости от их профиля. И второе, реализовать себя как творческие личности, помогая нам улучшать наши же сервисы. О том, как могут реализовать себя студенты и выпускники, рассказали не только российские, но и зарубежные компании. Мы предлагаем в основном карьерные возможности для студентов. То есть у нас компания очень сильно развивает студентов и помогает им развиваться внутри компании. Уже с утра в залах торгово-промышленной палаты побывало около 300 молодых людей и девушек, заинтересованных в трудоустройстве. В основном предлагают продажи. Но, в принципе, я тут оставил несколько резюме в некоторых компаниях, вот буду ждать ответа. Студенты искали не только работу, но и новые возможности для продолжения учебы. Около стенда Высшей школы экономики ажиотаж. Ребята заинтересовались программами обучения, а завлекала всех вот такая веселая ворона. Ворона вороной, а учеба есть учеба. Высшая школа экономики дает очень высокий уровень знаний, собственно, много интересных программ. И вот эта вот специализация меня очень интересует. И считаю, что в данном учебном заведении могу получить какие-то навыки, которые мне пригодятся в жизни. Собравшиеся могли узнать не только о стажировках и ярмарке вакансий, но и участвовали в деловых играх. Для посетителей организаторы придумали забавную лотерею. Хорошая работа ждет тебя. Как получить ее, рассказывали тут же на мастер-классах по составлению резюме.